прокуратура Рязанской области проводит проверку по факту гибели двух малолетних детей в селе Дедюхино Рязанского района. Трагедия произошла днем 3 декабря. По предварительным данным, два мальчика 4 и 7 лет без сопровождения взрослых оказались у местного пруда. Братья вышли на неокрепший лед и провалились в воду. Местные жители достали детей из пруда в бессознательном состоянии. Несмотря на реанимационные мероприятия, спасти мальчиков не удалось. На место происшествия выехала заместитель прокурора области Екатерина Банникова. Она координирует работу правоохранительных органов по установлению обстоятельств случившейся трагедии. Кроме того, прокуратурой организована проверка полноты мер, принятых органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по обеспечению прав и законных интересов детей. Также будет дана оценка действиям законных представителей, не обеспечивших должный надзор за детьми. По результатам проверки при наличии оснований, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.